Чтобы был здоров, как моя теща Сара Исаковна. Это дырка в моей печени, чтобы таки да, она была у меня здорова. Это самобытный фольклор одесситов. Частичка колорита города, без которого Одесса не Одесса. Это вечное отсутствие буквы «и», слова, заимствованные из других языков, происхождение которых бывает трудно понять. Откуда все это? Трудно представить, чтобы подобная лингвистическая хворь охватила целый город и не отпускала. Вот уже третий век пошел. Откуда эта своеобразная речь, которую узнают в любом другом городе без всяких сомнений? Взгляните только на названия улиц. Они говорят сами за себя. Болгарская, армянская, знаменитые Малая и Большая Арнаутские, итальянская, греческая, еврейская, французский бульвар. Здесь жили люди, давшие городу эту невообразимую речь, этот знаменитый южный темперамент, эту ставшую притчей во языцах предприимчивость. Одесса – мама. Приют для выходцев из разных стран, представителей разных сословий и вероисповеданий. На этих берегах издавна селились люди. Что было в этой степной местности такого, что привлекало сюда поселенцев? Постоянные засухи, отсутствие деревьев и строительного материала, жаркий и влажный климат. Казалось, все говорило о том, что на этом месте никогда не будет более-менее значимого поселения. Единственное, что имело действительно большое значение, это залив, который не замерзал даже в самые холодные зимы. Шла русско-турецкая война. Войска императрицы Екатерины II штурмовали турецкую крепость Измаил. По легенде, в ходе боев на одном из военных кораблей судьба свела вместе четырех офицеров русской армии, именам которых было суждено войти в золотую летопись Одессы. Их имена Дарибас или Дарибас, как впоследствии его стали называть, Ришелье, Де Волан и Ланжерон. Война с турками закончилась в 1791 году победой русского войска. Согласно Ясскому мирному договору, в пользу России отошла территория между Бугом и Днестром. Год спустя, по распоряжению Суворова, на месте турецкого укрепления Ени-Дунья начинается строительство новой крепости. Города во времена императрицы Екатерины II строились в большом количестве. В документах того времени читаем следующие строчки. Избирался какой-либо пункт местным администратором, найденным им удобным или необходимым, или, например, для пользы водяной коммуникации, или в интересах государства вообще. Писалось об этом в Петербург, откуда шел на его имя указ. Повелеваем на избранном вами месте град воздвигнуть. Честолюбие, жажда власти, жажда богатства, умение вести тонкие придворные игры. Вот арсенал истинного царедворца. В борьбе за право основать город на берегах отвоеванного Северного Причерноморья при императорском дворе столкнулись два вице-адмирала, два героя русско-турецкой войны. Их имена Мордвинов и Дарибас.
Наполовину испанец, наполовину ирландец, выходец из Неаполитанского королевства, Дерибас был не только храбрым воином, умным администратором, но и ловким царедворцем. Между ним и вице-адмиралом Мордвиновым происходят частые стычки. Мордвинов отстаивает идею создания гавани в Очакове. Но Дерибас вступает в соперничество с Мордвиновым и выигрывает. Правда, не без помощи своей жены, Анастасии Соколовой, имевшей влияние при императорском дворе. Дата 27 мая 1794 года стала отправной точкой в истории города. Императрица Екатерина II подписала рескрипт вице-адмиралу Дерибасу об открытии свободного входа купеческим кораблям в Гаджибеевскую гавань. Повелеваем вам открыть свободный вход в Гаджибеевскую гавань купеческим судам, как наших подданных, так и дружественных держав. Верный помощник Дерибаса инженер де Валан отмечает в своем генеральном рапорте о порте Одесском дату начала его устроения – 1794 года, августа, в 22-й день. С тех пор этот день, 22 августа по старому стилю, 2 сентября по новому, Одесса отмечает как день своего рождения. Само название Одесса не было присвоено городу официально. По свидетельству историков, разговор об имени города, в то время именовавшегося Гаджибеем, завели с Екатериной ее придворные на одном из балов. Кто-то упомянул греческий порт-колонию Одессас. Тогда-то, в ходе беседы, царица высказала пожелание именовать новый город по названию древнего поселения, но в женском роде – Одесса. Кто же станет спорить с венценосной особой? В документах Российской империи имя Одессы впервые упоминается на следующий год после основания города в документе об учреждении Вознесенской губернии. Начали строительство гавани и города, стала развиваться торговля, открылась биржа, первый банкирский дом негоцианта Фурнье, первый склад торговли мануфактурой барона Безнера, торговые дома Рено, Россини. В 1796 году императрица Екатерина II скоропостижно умирает. Thank you.
На престол вступает Павел I, не питавший любви ни к матушке, ни к ее начинаниям. Спустя 2 с небольшим года Павел I подпишет указ, которым комиссия по строительству южных крепостей и Одесского порта упраздняются. А тут еще засуха, неурожай, полчища саранчи, голод. От землетрясения пострадали немногочисленные дома и портовые постройки. Жизнь в городе замерла. Что было делать? Осталась бы Одесса одним из мертворожденных детищ блестящего века Екатерины, если бы не одесские купцы. Предпочитавшие заморское имя негацианты, люди разноязычные, прибывшие из разных концов Европы, они обладали удивительной даже для своего времени предприимчивостью, живостью ума, лукавой изобретательностью. Одним словом, тем, что впоследствии составит одну из основных черт истинного одессита. Вначале расходы по достройке гавани взял на себя городской магистрат. Но доходы от города хиреющего на глазах были мизерны. И тогда в чью-то хитроумную голову пришла блестящая идея. А не разузнать ли нам, чем можно взять за живое сурового императора? Рискну предположить, что собирал сведения для города, ставшего ему родным, его первый градоначальник, Иосиф Дерибас, к тому времени отозванный в Петербург. В скорости одесситы узнали. Государь любит вахт-парады, фаворитов Аракчеева и Кутайсова, фрейлину Нелидову и апельсин, именовавшийся тогда померанцем. Февраля 1800 года уполномоченный одесского магистрата выезжает в далекую столицу, захватив с собой 3000 отборных греческих померанцев и скромное прошение дать из государственной казны заем сроком на 25 лет на сумму 250 тысяч рублей, необходимых для достройки порта. Сумма по тем временам огромная. Однако расчет был точен. Павел I оказался не только гневлив, но и великодушен. Не прошло и 3 недель, как император подписал рескрипт. Присланные ко мне от жителей города Одессы померанцы я получил. И видя как в присылке сей, так и в письме знаки вашего и всех их усердия, изъявляю через сие вам и всем жителям Одессы мое благоволение и благодарность, прибывая к вам благосклонный. К слову сказать, апельсины в Одессе тогда стоили куда дешевле яблок. Ибо садов в степи не было вообще. Не было прекрасных зданий европейской архитектуры. Не было деревьев. Никаких. Тем не менее, платаны и акации к концу 19 века стали обычным для города явлением. «Приезжайте, когда зацветет акация», — говорят одесситы своим друзьям и знакомым, собирающимся посетить Одессу. Первые саженцы белой акации, выписанные из Италии, посадил в одесскую землю человек, которого одесситы до сих пор называют просто дюк. Не умаляя достоинств Дерибаса, все же отметим, что именно Ришелье стал истинным устроителем и отцом города. Жан, Эммануэль, Софи, Сантамани, Дюплеси, герцог де Ришелье и нобль генуэзской. Уроженец Бордо,
наследник старинного и именитого французского рода, потомок знаменитого кардинала, Ришелье всегда был сторонником монархического строя. Великая французская буржуазная революция 1789 года и ее последствия вынудили его покинуть Францию и уехать служить в Россию. Герцог поступил на русскую службу при Павле I, был отмечен преемником престола Александром Павловичем за исключительную порядочность и приверженность монархическому строю. И вот Ришелье назначен градоначальником Одессы. Это произошло 27 января 1803 года, почти через 9 лет после основания города. Именно при правлении Ришелье расцвет края приобрел те масштабы, которые позволяют говорить об истинном чуде. Чуде умного и справедливого управления. «Когда я в 1803 году прибыл в Одессу, — писал Ришелье, — то на силу смог в течение 6 недель достать для себя дюжину самых простых стульев, да и те мне пришлось выписать из Херсона. 3-4 сотни каменных домов, непролазная грязь после дождя, пыльные бури в засушливое время, чахлые редкие деревца, лачуги бедноты. Такой предстала Одесса взору герцога». Ришелье начал с того, что создал очень льготные условия для заселения города пришлыми людьми. Поклонник идей философа-экономиста Адама Смита, он считал, что только свободная торговля даст возможность городу достичь вершин благополучия. Поэтому бесплатно или за очень небольшие деньги вновь прибывшим раздавались участки под застройку которых отпускались государственные кредиты. Ведь нужно было, чтобы семья покинула насиженное место, распродала свое имущество и совершила многодневный переезд, что по тем временам было тяжким испытанием. В Одессу ехали булочники из Франции, механики и инженеры из Англии, пивовары из Германии, моряки из Греции, часовщики из Швейцарии, обувщики из Италии и парикмахеры со всей Европы. Многие, приехав по контракту, отстраивали себе здесь дома и оставались жить навсегда. А весть о новом городе, свободном и богатеющем на глазах, разносилась по Европе с каждым приходящим из Одессы кораблем. А между тем торговля пшеницей только-только набирала обороты. В истории осталось свидетельство о первой торговой операции с хлебом. Благодаря усилиям помещика Потоцкого в Одессу был доставлен груз приднепровской пшеницы. По этому случаю был дан праздничный обед. Говорят, на этом обеде именитые одесситы во главе с дюком восседали на мешках с пшеницей. К слову сказать, хлеб в то время в Одессе был не ахти каким на вкус. Самым популярным булочником прослыл француз мсье Жерарден, услугами которого пользовалась вся аристократия города. А цена за сдобную булочку от мсье Жерардена была немалая. За эти деньги можно было купить 2 фунта говядины. Но знать никогда не скупилась и платила за качественный товар сполна. Сам герцог Ришелье, несмотря на свой чин и звание, придавал торговле хлебом большое значение. Сохранились свидетельства о том, что дюк самолично заходил в лавки торговцев и осматривал товар, предназначенный к продаже. Причины небывалого расцвета Одессы во многом зависели от личности герцога Ришелье. Его гуманность по отношению к горожанам всех сословий, доверие, которым он пользовался со стороны Александра I, и широкие экономические полномочия дали ошеломляющий результат. Вот где-то здесь нередко можно было видеть самого дюка, который, орудуя заступом и лопатой, высаживал саженцы белой акации. Сажали абрикосы, клены, тополя, платаны, каштаны.
Первый большой сад, городской, или, как его еще называли, казенный, был разбит в конце Дерибасовской в 1803 году. Этот сад был подарен основателем города Дерибасом своему брату Феликсу, который, в свою очередь, подарил его городу. Семена и саженцы выписывались из Италии и Испании. Эта земля сохранилась в первозданном виде. Здесь никогда не строились дома. Ришелье в городе любили все. И знать, и купцы, и простые горожане. В конце сентября 1814 года весь город провожал уезжающего во Францию дюка со слезами на глазах. Более 10 тысяч человек шли за его каретой до самой заставы. Во Франции после реставрации монархии он стал министром иностранных дел и премьер-министром короля Людовика XVIII. А после смерти дюка благодарные одесситы приняли решение поставить ему памятник. Эта бронзовая скульптура стала символом Одессы. Я уже говорил вам о любви одесситов к рассказам за Одессу. Представляете себе, как нужно было рассказывать истории, чтобы на одну из них клюнул сам Марк Твен. Совершая кругосветное путешествие, он посетил Одессу. Она ему страшно понравилась, напомнив родную страну. А тут еще эта душещипательная история о дюке. Дескать, основатель города, он вложил в него весь свой капитал. Он и лестницу гигантскую построил. А потом нищий и всеми забытый по ней же спустился в порт, чтобы сесть на корабль и уплыть в Севастополь. Там и умер. И только тогда вспомнили о нем одесситы и поставили ему памятник. Так и осталась эта правдивая история одесских врунов в книге Марка Твена «Простаки за границей». Дюку не удалось еще раз увидеть город, ставший ему родным. Он скончался в Париже в 1822 году, как раз тогда, когда собирался приехать в Одессу. О смерти Ришелье одесситы узнали от графа Ланжерона. Через год после отъезда Ришелье граф Андро Ланжерон, француз по происхождению, был назначен генерал-губернатором Новороссии, так тогда называлось Северное Причерноморье, и градоначальником Одессы. Ланжерон, близкий друг Ришелье, разделял взгляды дюка и продолжил его начинание. Именно его усилиями в Одессе был открыт Ришельевский лицей, лучшее учебное заведение юга России. Именно при Ланжероне в 1817 году Одесса получила Порто-Франко. Что такое Порто-Франко? Это право на беспошлинный ввоз заграничных товаров и продажу их на строго ограниченной территории, в данном случае в черте города. Иначе говоря, свободная экономическая зона. Для ограничения зоны Порто-Франко был вырыт ров шириной 3 и глубиной 2 метра. Вывоз товаров из Одессы вглубь страны шел через заставы по правилам российского таможенного тарифа. На заставах с товаров взимали пошлину. Внутри же самого города все стоило достаточно дешево. Одесса богатела на глазах, сюда съезжались и купцы, и бедный люд. Всякий находил здесь источник дохода. Говорят, во времена Порто-Франко
простой грузчик зарабатывал в порту по 5-6 рублей в день. Колоссальные по тем временам деньги. А вид грузчика, прикуривающего от рублевой бумажки папироску, и такое бывало, порождал неимоверные рассказы о богатстве города и его жителей. Множество товаров привозилось из Европы. Не меньшее количество отправлялось за рубеж. Работы хватало для всех. Это было поистине благодатное время. Границы порта Франко несколько раз переносились. Об одной из них напоминает название вот этой улицы – Старо-Портофранковская. Именно во времена Порто-Франко зародилось вечно неунывающее племя одесских спекулянтов и контрабандистов. Еще лет 10 назад любой мальчишка из одесского двора мог показать тайный вход в катакомбы. В подземные выработки ракушника, камня, из которого выстроена вся старая Одесса. Без сомнения, такие входы были известны и контрабандистам середины 19 века. Некоторые одесситы специально покупали участки земли вдоль таможенной границы. Рылись колодцы. Входы из них вели навстречу друг другу под линией таможни. По ним-то и переправлялись товары, за которые не нужно было платить пошлину. Купцы обогащались честной торговлей контрабандным товаром. Открывались новые банковские дома, золото текло рекой. Своим возникновением Одесса обязана преимущественно иностранцам. Основал ее неаполитанец Дерибас, план генеральной застройки составлял француз Деволан, управляли ею французы Ришелье и Ланжерон, но последняя черта Порто-Франко была открыта при генерал-губернаторе графе Михаил Семеновиче Воронцове. Записанный в воинскую службу по обычаям того времени в 4-летнем возрасте, граф Воронцов прошел славный боевой путь. Он участвовал в войне с Турцией, в Отечественной войне 1812 года, командовал русским корпусом во Франции. В 1823 году он был назначен генерал-губернатором Новороссии и обосновался в Одессе. Ликовали. Русский барин и русский воин Воронцов сможет навести в Одессе порядок, принятый при дворе, и не даст особой воли иностранным негациантам.
Их ожидания не оправдались. Воронцов продолжил дело своих предшественников, прилагая все свои силы к улучшению жизни города, приветствуя европейский образ жизни. Во все времена влекла столичных жителей в Одессу особая атмосфера благоденствия и раскованности. Реакционность царского режима превратила Россию в огромную казарму. Категорически запрещались вольности, вроде курения на улицах или ношения цветов в петлицах. Не вызывали особого доверия граждане, украшающие собственные физиономии очками или бородой. Это считалось признаком вольнодумства. Везде, но только не в Одессе. Здесь был островок спасения от цензуры и самодурства властей. Здесь курили даже извозчики. На балконах шумела и смеялась молодежь. А мужчины позволяли себе носить цветок в петлицах. Вы считаете все это обыденным? Для нас – да. Но для жителей тогдашней России было несказанной радостью позволить себе подобные вольности и свободы, не опасаясь доносов. О политике говорили почти все, и даже местные чиновники поддавались общей свободе, на многое смотря сквозь пальцы. В письме князю Петру Вяземскому Александр Тургенев, брат декабриста Николая Тургенева, пишет: «Граф Воронцов сделан губернатором Новороссийским и Бессарабским. Не знаю еще, отойдет ли к нему Бессарабский». Так, в шутку, Бесом Арабским друзья называли Пушкина перед приездом в Одессу, жившего в Бессарабии. Все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой. Язык Италии золотой звучит по улице веселой. Вот строчки из письма одного коллежского секретаря своему брату. Теперь я опять в Одессе и все еще не могу привыкнуть к европейскому образу жизни. Впрочем, я нигде не бываю, кроме как в театре. Этот коллежский секретарь был никто иной, как Александр Сергеевич Пушкин, пишущий письмо своему брату Льву Сергеевичу. Финал гремит, пустеет зала, шумя торопится разъезд, толпа на площадь побежала. При свете фонарей извест, сыны Авзонии счастливой, слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив. Без сомнения, узнали эти строчки знаменитого произведения. Евгений Онегин, 7 глава, которую пушкинисты называют «Одесской». Пушкин обрел в Одессе приют и душевное счастье. Поэт не мог не восхищаться красотой города, который в короткое время превратился в жемчужину юга России. И правда, Одесса к тому времени считалась третьим по роскоши и богатству российским городом после Санкт-Петербурга и Москвы. А ведь ей к тому времени исполнилось немногим более 25 лет. Храм искусства и аристократический салон. Одесская опера была местом встреч высшего света. Услаждая взоры слух представлением, зрители сидели в богатых ложах, держа на коленях коробки шоколадных конфет.
черные фраки господ, парадные мундиры офицеров, бриллианты, французские туалеты дам, перламутровые бинокли, дорогие веера, итальянская и французская речь. Театр считался дорогим удовольствием. Театральный абонемент стоил по тем временам от 150 до 300 рублей. Ложа стоила 8 рублей, кресло в партере обходилось в 3 рубля. Летом играли 3 раза в неделю. Зимой количество спектаклей сокращалось до 2. Премьер было до 8 в сезон. Секретарь Пушкин редко пропускал представление. Из своего немалого жалования коллежского секретаря 750 рублей не менее четверти он наверняка тратил на театр. А гастролировали здесь в то время Бертолуччи, Каталани, Марини, Рикорди. Увы, мы не можем вам показать здание итальянской оперы пушкинского времени. Сгорел в 1873 году, несмотря на все предосторожности, в том числе строжайший запрет курить во внутренних помещениях. Восстановить его было невозможно, поэтому на его месте был построен новый театр. Он открылся в 1887 году и до сих пор поражает великолепием своего внутреннего убранства. Знает, может быть, именно на премьере в итальянской опере впервые встретил Пушкин супругу графа Воронцова Елизавету Ксаверьевну и полюбил ее всем сердцем. Надо сказать, семья Воронцовых занималась не одними только балами да спектаклями. Более 3 миллиона рублей своего состояния потратил граф на благоустройство города. При нем были открыты сиротский приют для малолетних, дом презрения нищих, богадельни, лечебницы. Осваивали земли, закладывали сады и виноградники, начали выращивать табак, разводить овец. Были закончены работы по устройству ботанического сада и Приморского бульвара, начатые Ланжероном. Здесь, в самом начале Приморского бульвара, в то время месте диком и запущенным, и построил князь Воронцов свой роскошный дом.
а места под застройку на бульваре раздавались бесплатно. Единственное условие – в течение 5 лет на этих участках должны быть выстроены приличные дома. С противоположной стороны Приморского бульвара было выстроено здание биржи. Место совершения сделок, проведения торгов и аукционов. При строительстве этого здания архитектор Бофо взял за образец Александровский дворец в Царском селе. До реконструкции здесь были огромные окна и двухрядная колоннада. Помещение для биржевиков расширяется, здание перестраивается. Окна заменяются нишами со статуями Меркурия, бога торговли, и Цереры, богини плодородия, покровительствующих Одессе. А вот и еще одна достопримечательность Одессы – скульптурная композиция «День и ночь». Она специально сооружена таким образом, чтобы одна фигура всегда была освещена солнцем, а другая оставалась в тени. В истории остались факты, согласно которым мы можем узнать, как город узнавал о наступлении полуденного времени.